Нынешний сложный контекст ситуации в регионе, продолжающаяся военная агрессия России против Украины и отсутствие четких перспектив прогресса по вопросам безопасности и урегулирования приднестровского конфликта делают неформальные консультации в формате 5+2 невозможными. Об этом вице-премьер по реинтеграции заявил на встрече в Тирасполе с главой внешнеполитического ведомства региона. Ранее с таким предложением выступал Тирасполь. Перед встречей Серебрян отметил, что прошлый год с точки зрения переговоров по урегулированию приднестровского конфликта был успешным. Может быть, самым успешным. Так как в очень сложной, опасной региональной ситуации нам удалось сохранить стабильность и мир. Несмотря на опасения и предостережения политиков, политических обозревателей, военных, мы сохранили стабильность на обоих берегах Днестра. Обсуждая поправки о сепаратизме, Олег Серебрян уточнил, что эти положения не станут препятствием для дальнейшего взаимодействия в текущих форматах переговоров по приднестровскому урегулированию. Серебрян также опроверг обвинение Тирасполя в экономической блокаде региона. В то же время он отверг, что переговорный процесс зашел в тупик, упомянув несколько соглашений по экономическим вопросам, которые были достигнуты в прошлом году. Делегации обсудили и проблемы, с которыми сталкиваются граждане на обоих берегах Днестра.